Реформы, проводимые в системе профессионального образования, уже сегодня положительно отражаются в обеспечении занятости населения. К примеру, свыше 1000 молодых безработных повысили знания и навыки на краткосрочных курсах в Центре профессионального обучения Джандарского района Бухарской области. В соответствии с потребностями региона, количество направлений в учебном центре увеличилось до 40. Жандорский центр профобучения создан летом 2021 в соответствии с постановлением президента о мерах по дальнейшему совершенствованию системы подготовки кадров по рабочим профессиям. Его выпускники приобрели навыки портяжного и ювелирного дел, женского и мужского парикмахера, повара-кондитера, по уходу за детьми раннего возраста, мебельщика и многим другим. За 3 года в центр было зачислено 1539 безработных. Из них 1190 получили международные сертификаты, эквивалентные дипломом о среднеспециальном профессиональном образовании. Наш профцентр со времени создания, то есть за 2,5 года, обучил различным профессиям около 1000 женщин. В 2023 году Министерством занятости и сокращения бедности центр был оснащен необходимым оборудованием и инвентарем. Также мы заключили договора с предприятиями и открыли у себя 2 цеха. Теория и практика в центре, а также дальнейшее трудоустройство базируются на профессиональной интеграции с 2 производственными предприятиями. 2 месяца назад мы открыли свой филиал в Центре профессионального обучения. Сейчас отшиваем женскую одежду для поставок на экспорт. Планируем расширяться. Конечно, хочу поблагодарить главу нашего государства за то, что такие возможности создаются и для жителей отдаленных районов. Центр готовит кадры для рынка труда по 40 востребованным направлениям. На одном из последних селекторных совещаний президент сказал о необходимости повышения уровня интеграции образования и практической работы по освоению профессии. Этот процесс можно воочию наблюдать здесь, в Центре профобучения Жандорского района. Здесь приобретают навыки по 40 направлениям, на которые есть спрос у работодателей. Стоит отметить, центры профобучения – это важнейшая, неотъемлемая составляющая социально-экономического развития, поскольку эффективное решение вопроса трудоустройства глобально напрямую зависит от того, насколько востребованным предложением, то есть готовым кадром, центры отвечают на спрос местного рынка труда.